Всем приветики! Вчера у меня появился этот великолепный, шикарный, красивый керамбит, золотой керамбит. И я решил сделать внутриигровой осмотр этого ножа, потому что по-другому его и никак и не осмотришь, так как здесь в этой игре нету предпросмотра, как, например, в CS. И вот так вот он выглядит при его осмотре. Взятие в руку выглядит как-то так. Быстрый, но слабый удар, который наносит 50% урона. И медленный, но сильный удар, который наносит 100% урона. Причем независимо, куда ты его наносишь, в спину, в бок, в ногу, как бы. В CS есть разница, что надо именно в спину, а здесь без разницы. Вот, теперь противник. Вот он противник, у него такой же нож. Так вот он выглядит со стороны. И урон. Если слабый удар, то это два взмаха. Если сильный, то это один. Причем неважно с какой стороны. Хоть сбоку. Хоть даже в ногу. То же самое и с слабым ударом. Это не имеет разницы. Как-то так примерно. Вот такой вот керамбитик. Даже можно просто подойти к врагу и сказать: парень, ты все понял, да? И он от страха просто берет и умирает. Вот, как-то так. На этом все. Всем пока.